Август начался жаркой погоды. На этой неделе воздух в регионе прогреется до 28 градусов, а к пятнице – до 30. В городе жители укрываются от солнца в тени парков, скверов или у водоемов. Я стараюсь на солнце не выходить. Одеваюсь легко, чтобы не жарко было. Воду с собой беру обязательно. Если там как-то плохо себя чувствую, попью нормально. Есть такую погоду лучше легкие салаты, овощи, фрукты и пить простую воду. Также следует избегать занятий спортом в самые жаркие часы. Особое внимание своему самочувствию должны уделить люди с заболеваниями сердца и сосудов. Важно выполнять рекомендации врача. С полудня до трех желательно не находиться на улице или обязательно с головным убором, пить побольше воды. Пожилые люди, люди с гипертоническими болезнями вообще 100% должны не находиться на улице, ездить, когда они ездят на дачу. Все работы садовые должны быть прекращены в это время. Простые правила помогут пережить жаркую погоду и уберегут от теплового удара, обмороков и солнечных ожогов. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».